хотим жить в мире и спокойствии. Но наше желание только, к сожалению, недостаточно. Ну как-то вот я отдам всем районам, а они потом начнут воевать. А если не начнут? Как если не начнут? А можно разве на если оставить судьба 150 тысяч населения? Так вот я и говорю, что ну тогда хорошо, давайте, коль мы организация, защитим, сделаем так, чтобы не было войны после того, как отдать. Но это уже мы должны решить. Вплоть до того, что мы должны туда определенные миротворческие силы направить, к примеру. Да, Нагорный Карабах поставить на границе. Мы же не воевать туда придем, а договоренности соблюсти. Понимаешь, вот тут твоя позиция слабовата, мне кажется. Моя позиция слабовата? Почему? Нет, ну, я не отдам всем районам, потому что ты потом против меня начнешь воевать. А тут конечно. Сразу, а если не начнет? Конечно. А что значит, если не начнет? А если начнет? Если там так поставят миротворцев, да? Гаранты вступают в дело. А почему просто так отдавать? Я не понимаю. Как просто так? Ну, он заплатит. Заплатить. Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе, если ты уже... Пусть я ему даю 6 миллиардов, пусть он откажется от этого. От чего? От 7 районов? Да ты что? Все же за... Если бы ты сказал, я отдаю 7 районов, не хочешь признавать? Вот вы тут с россиянами умные, давайте 20 тысяч туда, чтобы стабилизировалась обстановка, и мы бы никуда не делись, и все бы вместе решали эту проблему. Но ты не хочешь ее решать. Александр, это мое мнение, говорю тебе как друг. Послушай, пожалуйста. Я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов было завоевано 5000 ребят, которые там погибли. 5000 человек там погибло. Ну и что? Ну и что? Ну если для тебя, ну и что для... Нет, так у нас с ним погибло 30 миллионов. И что? Мы что, сегодня с немцами воюем? Во-первых, у нас не меньше погибло, только 30 тысяч погибло за Беларусь. Вот в этой войне, которая... Тем более.